Друзья, всем привет! У меня хорошая новость. Первый розыгрыш на канале. Розыгрыш не, скажем, не маечки, не кепочки, не фантиков. Сразу начнем вот с такой достаточно недешевой вещи, вот этого инструмента, этой машины. Это машинка Йокиджи. Мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Значит, компания Finishing Group предложила разыграть вот такую же машинку, ну, конечно, абсолютно новую, среди зрителей моего канала и подписчиков. Вот. Значит, что надо сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Значит, первое, это подписка на мой канал в YouTube, в принципе, вот где вы сейчас это видео и смотрите, да? Второе условие, это подписка на Instagram страничку Finishing Group. Ссылочки все будут в описании. Вот, когда вы это все сделали, пишите комментарий под этим видео и в комментарии указывайте свой ник в Инстаграме или ссылочку сразу на свой профиль в Инстаграме, чтобы мне было потом проще искать. Значит, сам розыгрыш будет проходить, я думаю, недельки через две, но я предварительно везде расскажу, сообщу. Вот, значит, с помощью программы. Программа будет выбирать всех людей, которые оставят комментарий со своим ником, да, то есть конкретно по комментариям, будет выбирать одного человека. Я буду проверять, выполнил ли он все условия, то есть подписался ли он на мой канал, ну, соответственно, поставил лайчик этому видосу, подписался ли на Instagram страничку Finishing Group. Если человек все выполнил, значит, как бы он становится счастливым обладателем абсолютно бесплатно. Вот такой, не побоюсь этого слова, прекрасно за свои деньги машинки. Обязательно посмотрите, убедитесь, чтобы ваши аккаунты в Инстаграме и в Ютубе, страницы, были открыты. Чтобы я мог, ну, когда будет розыгрыш, чтобы я прям в прямом эфире мог сразу проверить подписку на мой канал в Ютубе и подписаны ли вы на страничку Finishing Group в Инстаграме. Это обязательно, потому что если я не буду видеть подписок, соответственно, мы будем сразу же, ну, проводить розыгрыш дальше, выбирать другого человека. Так что все достаточно просто. Ребят, еще единственное условие. В связи вот со всей вот этой ситуацией мы не хотели ни в чем ограничивать, но, ну, как бы понять надо. Вот, участвовать могут. Могут участвовать, конечно, все, но победитель будет выбираться конкретно из жителей, то есть участвуют Беларусь и Россия. Надо понять, не надо не писать каких-то гневных комментариев. Просто, ребята, границы все закрыты, и это будет сделать достаточно сложно куда-то отправить. Я имею в виду, допустим, там, Украину, Казахстан. Но такая сейчас ситуация везде, поэтому вот такой один момент достаточно неприятный, но ничего, я думаю, не последний розыгрыш. И скоро все выровняется, вся вот эта вот, ну, обстановка, и все будет нормально. Так что, ребята, я желаю вам удачи, пишите комментарии, делитесь видосиком, вот. И ориентировочно через две недели встретимся на стриме, конкретно по розыгрышу, и ее разыграем. Все, ребятки, всем спасибо, всем удачи, всем пока.